Яки, да? Яки. Да. У них рога хорошие, такие прикольные. Ничего хорошего. Яки молодые. Ей 9 месяцев, ему 11. Ничего хорошего. Да, играет. В будущем это будет семья. Зубы только снизу, как у коровы. Осел что-то ко мне не очень как-то отворачивался все время. Виталий Геннадьевич, я увидела, там есть козлик, у него рога не разъединенные, а как это, жабушка. Да? Ну ладно, вот ты сейчас покажешь. Саня, он подъем на твою капусту, которую ты мне сказал. Он может такой. Подожди. Не достать тебе, да, давай. Давай. Ну, подожди. Отдай рога. Даже я его кормил. Он просто не знал, что мы с рогами делаем. Да? Ну, на, покушай. И ты. И ты будешь? Ты? Я ему хочу это срубить рог. А я ему делал и нам велел. Я приду к тебе скоро. За твоими рогами. Так, это были у нас яки. Если он там заляпает, то будет уже не фотографировать. Викторовна, Виталий Геннадьевич, посмотрите, какие у него рога. Там не заляпало? Нет. Так ты тут посмотри, с этой стороны. Да, есть. Ну все, значит, съемка закончилась, больше не будет. Ты прям туда засунул. И протереть сейчас нечем, рукой не протирай. Сейчас. Что-нибудь? Да не, что там? Не расстраивайся.